Нихуя! Мэпик упал. Зеленку не брать, да? Зеленку оружие там или что? Да, так скажем. Блять, а как же так? Меня не подымешь, да? Стоял же в стороне вообще нахуй. Посмотрю, блядь, 3000 нахуй, хорош. Слишком далеко. Не достаю. Слишком далеко. Мне нужна цель. А камни не брать? Пианист песни теней какой-то. 10 голды. Нихуя себе! Что можно столько денег тут хапать. Делет к критическому удару. Ебать, кольчуга. Я, блядь, продам, у меня хоть деньги будут. Это ж фармить можно, Юра. Менжать, да? О, спасибо. Можно сумочку купить. Не, сумочку потом, пизду. Пока, блядь, надо, вот. Подойти поближе.
Я дальше, я назад съебусь, погоди. Вот оружие, нахуй, нормальное, выпало. Деньги, деньги, дребеденьги, какая-то хренотень дала. Вверх идти, да? Продам. Это ж на аукцион можно выложить, да, его будет? Значит, продам, хоть деньги будут, хрен с ними. Блять, хоть 5 голды нормально. Это ж не серебряные. Нужно подойти поближе. Хуя ты. Я пока не могу прочитать это заклинание. Да? Ну давай. Я его выбежал. Ой-ой-ой. Юра, я ж ничего не взял. Они...
А что-то не отрезкались так быстро. Это заклинание еще не готово. Что-то у меня опыт как-то мало на 70-м идет. Это рейд, да? Он идет, но очень мало. Я был первым. Колесо моей жизни сделало уже не один оборот. Столько времени прошло. Ты зря поспешил. Блять, поспешил же, сказал же, Юра. Наверстать. Ко мне, за мной. Нужно подойти поближе. Нет, конечно. Ну, у меня шмот уже плохой. Я 70-й, а оружие это слабое. Говорю, что кинжалы ничего не выпадает. Блять, загрелся, падла. Юр, ну где-то же должны ж падать шмотки, эти самые рейпинские эти, все равно ж. Блядь. Все, назад, да?
будешь пить, продам. Трова Хектор. Я могу тебе помочь? Я еще. Все. Штаны отрезались, Юра. Какой-то быстрый респ у них идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Где ты там? Меня нет.
опять ничего. Там впереди. И большой нахуй этот самый карта. Блять, сука, неужели, блядь, хоть бы щит какой-нибудь с мечом выпал, там шмот-то уже ладно. Блять, и мне досталось. Да ладно, блядь, не... Юра, блядь, спасай! Погоди, одену. А знак Элидари, это что, сдавать куда-то надо, Юр? Чего? Ура!
Бежит. Тогда всех убивай, чтобы на меня не агрелись. Наш рейд на сколько? На 25 был, да, здесь сюда? Батёр, ты, Юра, ты представляешь, сколько раньше народу сюда ходило? Хуйнёй занималось. Да? Эта хуйня одна падает. Пиздец, блядь. Не достаю. Слишком далеко. Да, Юра, давай мне щит и, блядь, этот самый, одноруч. Латы упали. Бля, Юра, ну по крайней мере хоть что-то упало, хоть зеленое. Нужно подойти. На свой-то уровень куда? Откуда мне взять? Юра, я пойду покуру там где-нибудь. Еще не закончила. Что ты еще раз? Блять, на косарь, сука, на меня сагрился, а? Да, заебись. 146 уровень предмета и это самое знаменитое. Заебись. Yeah.
надо где-то смотреть, где что падает, слышишь, Юр? Здесь постою, да? Тут постоять. Ты делаешь? Нихуя. А ты что, ДК что ли, Юра? Сзади свой. Ну, что-нибудь упало. Их там менять надо, да? Юра, ты где-то уже? Наверху, что ли? Пойдем, где наш? Будьте осторожны, друзья. Предатель уединился во дворе неподалеку отсюда. Акама, я не удивлен твоей двуличностью. Давно нужно было убить тебя и твоих мерзких прихвостней. Твое правление окончено, Иллидан. Мой народ и все запределье будут свободны. Смело сказано, но все равно не впечатляет. Время пришло. Пора действовать. Вы не готовы! Поставьте этому предателю по заслугам! Я справлюсь с этими мерзавцами! Вы недостойны даже коснуться меня! Зрите! Ладно!
Блять, на 4000 прилетело. Ну что за нахуй? Пизда, блять. Ему, Иридан. У нас есть одно незаконченное дело. Маэв, как такое возможно? Наконец-то моя долгая охота завершилась. Сегодня свершится правосудие. Все кончено. Ты проиграл. Ты победила, Маэв. Но охотница не может жить без охоты. И ты никто без меня. Он прав. Я ничего... Есть там что? А 25 игроков. Прощайте, герои. Свет вновь озарит эти мрачные своды. Клянусь. Помнишь ты меня? Тут кинжалы, кисти эти падают, такие нормальные, загнутые. Кстати. Ну вот они, наверное, и падают. Митька, да-да, осколы каразота, кинжал. Могу и брать. Куда? Редко. Пояс я уже одел. Его знает, и уж понятия даже не имеет. Ничего не написано. Использование возвращения вас в зону торговый квартал. Какой-то пункт назначения определяется тем, в каком таверне вы останавливались. Нет.
пока нет. Нет. Погибель легиона. Нару нас не забыли. Да будут дни твои долгими, а труды легкими. Чего не наш? Как же? А? Добро в пути! Долго мы будем лететь? Я пойду туда, к урну. Куда пойду, к урну, палочку?
Как дела? Всего хорошего. Здесь, Юр? Тут я помню этим самым рогой бегал, заметки тут вырезал, квесты делал. Каждый прожитый день – счастье. Крепкого здоровья. Кронака и Кристор. Помни уроки прошлого. Кто? Знаю. Надеюсь, ты найдешь что-нибудь полезное. Кронакай Кристор. Я продаю пока все, а то у меня ж полное. Удачи! Да будет благословенна твоя семья. Как их обменять? Свет. Да будет благословенна твоя семья. Кронакай Кристор. Дайонис. Удачи! Проявляй милосердие к слабым. Тут. Здесь делать, Юр? Камень тут этот самый. Надеюсь, ты поменял. Найдешь что-нибудь полезное. Да будут дни твои. Нет, ну по домам стал. Легион падет.
все мои товары уникальны. Я буду рад твоему золоту. Прощай. Да сгинут наши враги, помня о солнечном колодце.